Так, едем на багги. И у нас двойные монетки есть. Хорошо. Так, итого 1500 монет у нас. А, кстати, мы багги улучшили. Теперь он у нас стал немножко бешеным. Багги. И гаджет у нас, кстати, новый. Поставили мы сюда гаджет. Но гаджет такой. Для переворачивания. Ну, не знаю, где я смогу тут переворачиваться, конечно. Ну, давай проверим. Нет, не получится у нас переворачиваться, нет. Даже можно не пытаться. Тикс, аккуратненько. Сколько мы... Нам нужно вообще проехать 1200 метров еще. Надеюсь, мы проедем. Там, где мы не могли проехать. Ох, к сожалению, монетки эти проезжаем. Надо их собирать. Особо не спешить. Потому что так специально монетки и стоят. Чтобы ты их не проезжал. Аккуратненько. По чуть-чуть. Проезжаем. Вот таким способом. Спешить некуда. Спешить не надо. По чуть-чуть собираем. Монеточки. Вот. Копилочку. Потихонечку. И потом на эти деньги мы сможем машинку нашу улучшить. Да. Так, 800 метров осталось. Это немного. Где-то я либо не доехал, либо перевернулся, разбился, либо что-то стукнулся. Сейчас посмотрим. Багги вообще классная машинка, мне нравится. Очень прикольная. С помощью багги я очень много, ребята, заработал звездочек. Ух ты! Да ё-моё! Оба-на! Мы практически перевернули здесь. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем заехать. Нам нужно заехать. Опля! Так, что у нас там? А где бензинчик? Мне нужен срочно бензинчик. О, бензин заканчивается, Алёшки! Давай, пожалуйста. Ё-моё, да как далеко бензин еще. Ой-ой, далеко. Как далеко? Нет. Всё. Не доехали мы, нифига. Давай сделаем повтор. На повторе попробуем доехать. Да, двойных монет уже нету. Обычные монеты. Ладно. Сейчас на обычных монетах, на одинарных, я доеду, наверное, вообще даже рекорд побью. Понимаешь? Как назло. Ё-моё. Может где-нибудь... Нет, перевернуться мы не сможем. К сожалению. Не, только голову сломаем себе. Да. Так, а здесь мы на тракторе доезжали, да? Только... А, что так мало мы проезжали на тракторе? Надо будет нам трактор улучшить. Ух ты. И проехать здесь. Чтобы нам звездочки заработать. А эти звездочки получаются только... А, их нет в сундучках, да? Звездочек. Мы звездочки в сундучках не находим, нет? Только нужно проезжать трассы, получается, да? Ну смотри, сколько мы уже проехали сейчас. 1000 метров. 800 метров осталось до... Получается... Бонуса. О! Да, если бы бензин бы не заканчивался, было бы все очень даже хорошо. А за этого, что бензин заканчивается, это очень плохо. И мы не можем тут проехать многое. Многое. О. Так-с.
Опля, аккуратно, аккуратно, давай, 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 едем. 500 метров осталось. 500 метров. Это немного. Чё это 500 метров? Побьём рекорд. О, так, хорошо. Монетки. Но всё-таки всё равно, как бы едем, едем, как бы не спеша. А монетки-то собираются. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, чуть я тут не напортачил. Так, 280 метров, где-то мы не доехали. Ага. Вроде бы все легко. Так. Здесь мы тоже проедем. А, вот здесь, наверное, где-то. Где-то здесь. 100 метров осталось. Офигеть. Где ж мы не доехали-то? Где ж мы перевернулись-то? 35 метров. А, вот здесь мы не смогли подняться, я так понял. Да нет, все очень легко. Поднялись-то. Пошли звездочки зарабатываться. Угу. Ну вот я сказал. А были бы двойные монеты. 1500 дали, офигеть. За что такие нам сокровища дают? Так, а здесь крутой спуск будет, да, я так понял? О, есть еще немножко. Так, 250 монеток. Хоть монеты, говорю. Звездочек. О, бензин заканчивается. Елки-палки. Давай, 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 давай. О, хорошо, успели. Успели мы до бензобака. Так, итого уже 380. 400 звезд. 400 звездочек. Опа. Давай еще. Опа. Есть. 1500. Вот это бонусы. Вот это мы заработаем сегодня. Да, были бы двойные монеты, мы бы вообще озолотились бы. Так, бензин закончился. Ё-моё, быстрее, 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 быстрее. Давай, доедем, доедем. Есть. Забрали бензинчик. И дальше. Бонус. Ух ты. Десятку. 10 000 уже бонусов. Ой, тихо. Ну, 1000. До 1000 звездочек создаем. Ого. Так, подъем какой крутой. Опля. Отлично, отлично, отлично. Просто великолепно. Так, нужно следить за бензином. У нас бензин заканчивается. Так, вниз и вверх. Быстро, 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 быстро. 30 метров осталось. 30 метров. Фух, успели, успели, успели. Взяли. Взяли бензобак. Ну вот, уже 1000 звезд. Опа. Еще, еще. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, нормально, сейчас мы сделаем. Здесь вот так вот. Уи! Ах ты, ё-моё, откатилась назад. Да как так-то, вонючка? Давай, 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 заехать надо. Нет, башка. Да, стукнулись башкой. Давай, сколько там мне еще? Нужно звездочек. А, 6500 звезд. Ёшки-маташки. Так, а ну давай это в горах покатаемся. Почему бы и нет? Так, поехали. Так, а здесь 3000 метров доехать надо. 3000 метров. Это много. 3000 метров. Так, ну меня уже радует, что у меня 12000. 12000 денежек. 12000 монеток. Да, горы я люблю. Горы. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, 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 не смотри. Ты чё, только что, чуть-чуть только что не перевернулся. О, бешеная баги у меня вообще. Купил я движочек. Стало неадекватно немножечко.
машинка. Резкое ускорение получается. Угу. О, здесь поаккуратнее надо ехать. Головой не врезаться ни во что. Ох, нифига. 10 монеточек дали нам. Ну, это мало 10 монет. Чё это 10 монет? Я вон собираю эту большую. О, здесь прыжки пошли. С пропасти. Так, итого 2 километра нужно нам доехать. Далеко, конечно. Чтобы побить свой собственный рекорд. Ну, вроде бы мы едем плавно. Не трудно, не сложно. Так, здесь нужно внимательно. Ага, подъемчики. Еще один подъемчик. И третий финальный подъем. 1600 метров. Осталось нам доехать, чтобы побить рекорд свой. Далеко, далеко, конечно, ехать надо. Так, опять у нас здесь ущелье. Здесь полное внимание, не спешим. О, как сюда эти козлы горные забираются? Так, на такую верхотуру. Интересно мне знать. Так, ну все, 1200 метров осталось. Нам до того момента, когда мы можем побить свой рекорд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то было? Что ж ты будешь делать? Так, а ну-ка. Опа, ускорились, отлично. Так, тут надо внимательно ехать. Так, осталось тысячу метров доехать. Ох, как высоко мы поднимаемся прямо. Опасно. Вот. Теперь 1000 метров осталось. Вроде бы и немного. Но с другой стороны. О-о-о-о-о-о-о! Нет, разбились! Да как так? Ёлки-палки!